Друзья, всем привет! Сегодня мы дегустируем Собербаш, трезвая голова, розовая, 2021 года урожая, ЗГУ Кубань, долина реки Афипс, Краснодарский край, Россия. Сортовой состав Саперави, Мюллер Тургау и Цимлянский черный. Алкоголь 13% объемных. Вино розового цвета, средней насыщенности, с клубничным оттенком. Нос вина чистый, без дефектов. Интенсивный. Ароматы клубники, малины и розы гран-при. Во вкусе вино сухое, с умеренным плюс теплым алкоголем, со средней кислотностью, со средним минус телом. Умеренный минус фруктовой концентрации, достаточно быстрым по продолжительности послевкусии, с легкой горчинкой. Резюмируя, очень приятная и интенсивная ягодно-цветочная ароматика, но во вкусе вино проигрывает ароматике, немного тяжеловатое из-за выходящего на передний план алкоголя и непродолжительное в послевкусии. Пить сейчас. Оценка 83 балла, купил за 520 рублей. Cheers!